Всем привет, я Юрий Хаев, владелец туристической компании «Отдыхаевы». Подписывайтесь на канал «Отдыхаевы», смотрите все новые свежие видео из различных отелей по всему миру. Будьте с нами, ставьте лайки. Сейчас я нахожусь на острове Корфу, в люкс-отеле «Грек-отель Корфу Империал». Это красивый, стильный такой отель высокого уровня. В нем 300 номеров. Он работает по концепции завтраков или half-board. Это завтрак и ужин. Концепция предусматривает... Можно покушать в ресторанах, а-ля карт или в основном ресторане, все напитки за дополнительную плату. Значит, есть 5 ресторанов в отеле, 4 а-ля карта и один главный ресторан. Кстати, очень тоже большой, красивый, стильный. На видео дальше вы сможете это увидеть. Есть множество различных номеров, все-таки в классическом стиле, с классическим дизайном. Отель предлагает высокий сервис, несколько пляжей, очень красивый большой бассейн на территории. Все это можно увидеть дальше. Смотрите видео, подписывайтесь на канал и будьте с нами. Этот номер называется Deluxe Suite Corfu Imperial. Состоит из такой гостиной. В этой гостиной можно добавить две кровати для детей вместо этих стульчиков. И получится полноценная комната для двух дополнительных людей. Есть отдельная спальня. Спальня с такой вот перегородочкой. Две ванные комнаты, два санузла. Два балкона также здесь. Прекрасным видом, вот для примера. Номер называется Deluxe Guest Room. Это самая младшая категория в отеле, но очень красивый, просторный номер. Большая кровать, такие подушки приятные, шикарный интерьер, welcome drink, пахлава, шампанское и такой же красивый вид. Зеркала в номере, очень красиво все это смотрится, увеличивает комнату. И вот тут еще часть такая. Принадлежности все входят в стоимость. Чай, кофе имеется в виду. Халаты, тапочки, все это есть. Номер называется Imperial Suite. Очень красивый, большой, стильный номер. Он угловой, здесь во все стороны вид. Это вот зона гостиной. Гостиная
с такими красивыми диванчиками, креслами, все в классическом стиле. Номер реновированный полностью. Так, это вот спальня. Огромная просто кровать здесь. Вид невероятный просто, очень красиво и круто все выглядит. В обратную сторону идем, значит, здесь ванная комната, туалет. Если открыть вот эту дверь, можно сконнектиться с еще с одним дабл номером, и получится, что будет 2-bedroom suite. Номер называется Deluxe Bungalow Sea View. Находится в корпусе бунгало, который ближе к морю. Такой небольшой диванчик, софа, кресло и балкон
и вид на море. Ниже находятся виллы. Тут открытые шкафы такие. Есть туалетная зона. Этот номер находится в корпусе баскета, он немножко дальше от основного здания. Называется Junior Suite. Здесь есть две дополнительные кровати для детей сразу же и такой небольшой дворик с лежаками и со столиком. Открытая планировка полностью, открытые шкафы, тапочки, халаты, полотенца. Два умывальника здесь же есть. И душевая кабина, туалет. На территории отеля есть еще много вилл, две спальни, три спальни, четыре спальни, можно сделать коннекты, есть на 6, на 8 спален. То есть, в принципе, в этом отеле большие семьи могут отдохнуть и найти нужное размещение. Так, это вилла, называется Palazzo di Lago, 2-bedroom вилла с двумя спальнями. Заходя, сразу попадаешь в такую гостиную зону, гостиная комната с большими такими высокими окнами. Значит, вот такая зона отдыха. Значит, первая спальня находится на первом уровне, на первом этаже. Дальше поднимаемся наверх. Значит, между этажами находится ванная, санузел. Тут душевая кабина, два умывальника, туалет и еще один этаж выше. Вообще, тут еще один санузел. И еще одна отдельная спальня. Спускаемся обратно, тут зона для шкафы различные. Ну и, конечно, есть отдельная терраса со своим бассейном, со столом обеденным. Вот такой бассейн. И также тут есть такая дорожка прямо к морю. Здесь нет пляжа, но можно спуститься
по лестничке и нырнуть с понтона. Вот так это выглядит снаружи. Итак, большая вилла, two bedroom, waterfront вилла, которая возле воды находится. Она полностью реновированная. Значит, вот первая спальня сразу же при входе. На улице есть бассейн. Тут шкафы. Огромная ванная с такой частью. Душ, туалет, ванная, все это есть в номере, в этой спальне. Значит, смотрим, здесь видно бассейн. Также есть выход в бассейн здесь. Идем дальше. Так, проходим дальше и попадаем в гостиную зону. Очень красиво, все в светлых тонах, большие панорамные стекла, классический дизайн. Дальше еще одна спальня. Все комнаты имеют выход. В этой спальне огромная гардеробная и большая также ванная. Тоже такой мальдивский вариант. Два умывальника, душевая. Гардеробная часть. Выход на террасу. На террасе достаточно много места. Большое пространство занимает терраса. Вот это выход из спальни. Это вот такая зона, где можно посидеть на улице. И классный такой большой бассейн, много лежаков вокруг. Вот, если пойти в обратную сторону, то можно по лестничке спуститься на такой понтончик, с которого можно нырнуть в воду. Вот соседний понтон примерно вот так это выглядит.